every brother that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire. Ну что ж, ребята, всем привет, с вами Сова, и сегодня мы продолжаем играть на Magic Rust, ребята. Так, был вайп, я не успел ничего-то снять до вайпа, что было. В общем, сегодня мы поделаем что-нибудь интересное, либо просто походим по лутающим местам, полутаем их, и все на этом. Здесь онлайн 73 человека, очень опасно ходить с луком. Потому что уже у всех есть Томпсоны, калаши и так далее. Потому что глобального именно вайпа не было. Просто был вайп. Вайп просто построек. Чего добавили, я тоже не знаю, потому что я не смотрел ничего. Мне было не до этого. В общем, давайте отхелфимся чуть-чуть. Так, это что-то животное? Животное. Так, хорошо. Так, ребят, если вам понравилось прошлое видео на Magic, то и тут, пожалуйста, поставьте лайк. Не поленитесь, если мне приятно. Так, главное сейчас бичей каких-нибудь не встречать на данный момент. Ай-яй-яй. Гляньте, что можно сделать. Взять вот это просто сломать. Ох ты, там еще что-то попадает сюда. А что тут у нас? Ё-моё, ребят, шкаф. Чё, рейд, может, замутим? Давайте проверим, как он тут бьется вообще. Четыре удара, нафиг надо. Нужен будет огнемет. Да, нужен будет огнемет. Достать где-нибудь. Я знаю, куда нужно будет нам прибежать, чтобы зарядить огнемет первый раз. Ну, я пока что не нашел огнемет, так что будем просто высмотаться. Чем нам куда это фрагменты, косточки. Не то, вообще не то. Тоже калаш, либо там все. Фрагменты. Будем собирать фрагменты, ну то есть изучать их не будем, а будем просто собирать. Потому что нам нужно изучить хотя бы каменные стенки. Тогда я поставлю уже карьер. У стенки каменные ворота. Там я уже поставлю, получается, карьер. Все будет четко. Так, теперь бежим на аэр. Это очень опасно будет в данный момент. Потому что чем ближе к аэру, тем будет, скорее всего, стрельба. Тогда, потому что, видите, он про верхнем углу. Прям перестрелки туда жесткие. Только где? Интересный момент, где? Подожди, животное, где же? Так. Давай. Что у нас по жиру, он нормальный. Чуть-чуть не добежали прям бочки. О, арбалет. Чётенько просто, ребят. Чётенько. Так, вместо чего нужно положить нам вместо вот этого, вот этого, вместо вот этого. Объяснил, если честно. Так. Вроде пока что не вижу никого. Так, 50 стрел. В принципе, нам достаточно на данный момент. Так, по другую сторону вроде тут ничего. А, вот мусорка. Так, что мне? Ух ты, еще 50 тяжей. Блин, ребят, представляете, я до вайпа попытался изучить каменные ворота. Не получилось. Из-за того, что... Хотя шанс был, то есть, 50 или 60%. Не помню уже точно. 50 или 60 вообще вот прям вот. Не изучилось, я в шоке. Да это там калашку мне изучилось. А это что-то прям не хочет так.
Что-то бочки ни одной не вижу. Так, ого. Стакнуться. В принципе, взять и выпить можно. Просто водичку сейчас. Так, давайте сядем, посидим. Выпьем всю воду. Потому что она нам не нужна. Выкидываем. Все, бежим на гайр. Но думаю, что мы ничего не сольем. Нужен чат будет, если это. Потом будет шмалять, и я не успею ничего сделать, включить чат так долго. Так, олень свежий. Но я не слышал ничего из стрельбы. Скорее всего, стреляли с лука. Но самым погибнутым его. Итак. Так. Так, давайте быстренько залутаем все. ХПшками. О. Уже начинаю слышать. Думаю, лучше чат нам включить. Пошлите. Блин, опасно. Не, ребят, я думаю, мы сюда чуть-чуть позже придем, как я отнесу чертежи. Таким образом, ребят, мы подбегаем уже к аэропорту. Ничего не слышал, все тихо, гладко. В общем, будем бежать. Без установки, но только вот это место. Посмотрим, как у нас получится утонуть аэр. Фрагменты выпали. Ну все, поехали. Так, вроде я именно так просто. Никого не вижу. Никого не вижу. Посмотрим. Есть что-нибудь мне тут солдат, нет? Так, с этой стороны ничего. Блин, как все шумит. Мне кажется, что с той стороны кто-то бежит. Лол. Серьезно. Ангар этот пустой. Также никого не вижу. Этот ангар тоже пустой. Между ними тут ничего нет. Наверное. И этот ангар уже также пустой. Но глянь, сколько нефти. Можно, в принципе, будет в скором времени мне потом собрать. У меня изучен МПЗ. Переделаем в МПЗ, то есть переделаем. Нефть переделаем, то есть его в жир. И пойдем ставить карьеру. И окружим мой дом стенками. Нужно будет его с самого начала увеличить в данный момент. Я так и сделаю. Только чуть-чуть попозже, не на записи. А потом как закончил.
построить, все. Продолжится уже дальше наше выживание. Так, в общем, будем. Не будем мы лутать все именно вот эти вот места здоровые, будем лутать. Бегать, лутать все с вот этим вот антеннами или. Как их можно назвать-то еще по-другому. В общем, поняли, вот по этой по этим фигням будем бежать. Все время постоянно. Будем просто набирать лут. И забирать. Вот таким вот образом ресурсы. Потому что в последнее время, смотрю, что-то их вообще ну, на записи никто не лутает. Может быть, так лутают люди. Не знаю. Ваш шприц. Здорово. Так. Удивит. Камешек там. Мне кажется, либо я сейчас скоро кого-то встречу, вот прям вот скорость. Прям мне так хорошо кажется. Надо плюс уже темнеет, ребят, как начнет, то уже... очень сильно темнеет, ребят, нам придется прекратить запись, потому что чем вы будете смотреть в темноте, а если я буду подкручивать гамму, то не так уж будет вам хорошо видно. В общем, понятно. Не поместиться мне сейчас ни с кем ничего. Тем более соло-то сложно стреляться с кем-либо. Только что появилась бочка там. Я в шоке. Не буду назад бежать. Может быть там будет деколаж, но и что. Вот чётенько. Еще 100 чертежей слабо. Впереди цистерна. План постройки, факел. В принципе, план постройки нужно забрать. Так, дальше кто нас едет прямо? Хорошо, хорошо. Ребят, вот начинает уже очень сильно темнеть. Очень резко. Сейчас посмотрим, еще две линии такие проходим. Вот эту следующую. И все. Что-то тут ничего не вижу. Там ничего нету. Я думаю, лучше не идти на мне на цистерну, особенно с таким вот на данный момент, который у меня есть. Лучше просто рядом пробежаться. Так. Да вы что, издеваетесь? Тут тоже что ли ничего не будет? Ладно, ребята, такое у нас какой-то. Такая серия какая-то получилась. Очень странненькая, если честно. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх. Всем удачи и всем пока.